Всем привет, друзья, это Сергей, вы на канале Old School Gamer, и сегодня мы распакуем посылочку из немецкого Амазона, то есть не как обычно из Amazon.com, а из Amazon.de. Ну и посылочка на самом деле она такая здоровая, внутри всего один диск, ну да ладно, будет забавно. Немецкий Амазон тоже хороший магазин, я, наверное, сниму отдельный ролик, как с него заказывать, как что происходит по доставке, но скажу, курьером мне привезли буквально за неделю, сами там все растаможили, как надо, быстро все получилось. И вот в такой посылочке, в принципе, как в американском Амазоне, стандартная коробочка, и они в такую коробку, даже один диск, если вы закажете, все равно в такой привозят, ну, неважно. Как я понимаю, когда привозят курьером, это не попадает в наш месячный лимит по весу посылок, поэтому хоть пусть в коробке из-под холодильника привезут, ничего страшного. Так, разрезали. Открываем. И внутри, по сути, одна бумага, смотрите, оп. А вот и нет. Вот внутри, ну тут палево, смотрите, написано. XCOM 2, PlayStation 4, Metal Case Edition. Да, знаменитая пошаговая тактическая серия про инопланетян XCOM вышла на консолях. Я вообще не брать не собирался до тех пор, пока не увидел, что на PlayStation, только, кстати, в немецком Амазоне, как эксклюзив, продается Steelbook. И вот Steelbook мне захотелось. Смотрите, как упаковали. Ух ты! Тут еще и игра сама оказывается отдельно. Во дела, не ожидал. Да, вот смотрите, еще и игру отдельно дали. И в отдельном пакетике, собственно, сам Steelbook. Ну, красота! Давайте посмотрим, смотрите какой. Ух ты, с инопланетянином, сектоидом. Красивый стилбук, вот его я хотел, и я думал, это издание будет просто стилбук с диском с игрой, но нет. Оказалось более круто, отдельно еще и игру приложили. Ну, правда, тут все на немецком сзади, наверняка русского языка нет. Тут прям написано, все на немецком. Английский-то хоть есть, интересно, но английский, я думаю, должен быть. Ну вот этот убогий значок 16 USK, не знаю. Попробую, наверное, выставить его на продажу. Ну, потому что у меня XCOM есть в Steam, хотел я Steelbook, сама игра мне особо не нужна, на приставке в нее играть не собираюсь. Но так прикольно, да, смотрите, издание. По Steelbook'ам, кстати, очень хорошо в немецком Амазоне. Как минимум, еще в ближайшее прям время на следующей неделе приедет Steelbook Bioshock Collection, потом чуть позже будет Steelbook Mafia 3, и, в принципе, при желании по всем играм от Ubisoft, такие как Watch Dogs, For Honor, Wildlands, South Park, везде тоже есть издание со Steelbook'ом, причем Ubisoft с этого года перестали вкладывать Steelbook в коллекционные издания, так что, чтобы собрать полный коллекционный набор, надо покупать игру два раза. А так вот по-глупому сейчас получается. Но, тем не менее, очень приятно. Steelbook классный, в идеальном состоянии. Приятненько. А на этом все. С вами был Сергей. Коротенькое видео. Надеюсь, было интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте заходить в официальную группу канала на ВКонтакте Old School Gamer. Ссылка есть в описании. Там также есть эксклюзивные ролики, эксклюзивные распаковки. В том числе посылочек и со стилбуками. Недавно вот я залил, зайдите, посмотрите. Будет круто.